машину, в черную. И этот мобильный телефон для связи. Ну просто имя, фамилия. Разлив бензина был? Нет, нет. Хорошо, до свидания. Не пострадавшего. Не могу сказать. Не могу. Что, пострадал водитель? Нет, пострадал ребенок. Пострадал ребенок, да? Да. Сколько лет? Три года. Три года, да? Да. На каком сиденье сидел? Сзади. На заднем сиденье. Меня зовут Максим. Вы водитель там? Нет. Я муж. Муж водителя. Муж водителя. Пока дети. Это двое детей было, да, в машине? Да. Понятно, спасибо. Миша, не могу говорить, но не приеду сегодня. Могу пояснить. Да. Жена двигалась по Партизанской улице в прямом направлении на зеленый сигнал светофора. Шевроле Орландо поворачивал налево, не пропустив мою жену. То есть вы считаете, ваша супруга не виновата, да? Нет, правильно. Правильно, ехал. Согласно правилам движения. Зеленый сигнал светофора, да, двигалась в прямом направлении. Человек, который поворачивал, должен был. На месте тяжкого дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло непосредственно на пересечении улицы Партизанской и проспект Энергетиков. Это территория Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Здесь автомобиль Шевроле по предварительной версии не пропустил автомобиль Хонду. Произошло столкновение. Сейчас на месте происшествия видим, находятся два автомобиля скорой помощи. Они готовятся к госпитализации, отвезти пострадавших детей. Также оперативно прибыли на место происшествия сотрудники госавтоинспекции. Дальнейшее расследование продолжается.